Павлодар – столица знаний. Сборная павлодарского Приртышья на протяжении 20 лет – лучшая в республике. Совсем недавно 9 наших школьников представили регион на Жалтыковской международной олимпиаде, проходившей в Алматы. Практически все они приехали с завоеванными наградами. О всех успехах одаренных детей в следующем сюжете. Сборная нашей области на протяжении ряда лет в стране является обладателем сертификата «Лучшая олимпийская команда». С 2001 года павлодарские интеллектуалы принесли в копилку достижений свыше 1250 медалей республиканского уровня. На международном олимпе умницы и умники Приртышья завоевали порядка 840 наград. Павлодарские школьники успешно выступают на самых престижных международных и республиканских интеллектуальных олимпиадах и научных соревнованиях. Сборная интеллектуальная команда нашей области на протяжении более 20 лет является лучшей в республике. По итогам двух последних лет, особенно по итогам 2019 года, мы подняли качество участия, то есть завоевание призовых мест, с 40% до 60%. То есть мы уже отбор делаем качественный, и наши дети достойно представляют наш регион. В этом году региональному учебно-методическому центру дополнительного образования ЕРТЭС ДРН исполняется 20 лет. Именно он в области проводит большую работу по выявлению одаренных детей. За 20 лет с 2001 года мы ни одну международную олимпиаду не пропустили. Первопроходец – это Рудаченко Егор, ученик гимназии номер 3. В 2001 году он завоевал на Менделеевской олимпиаде бронзовую медаль, которая проходила в городе Москве. С тех пор ни одно мероприятие международного уровня мы не пропускали. Ежегодно наши участники, учащиеся нашей области, выступают в составе сборной Республики Казахстан. Последнее его достижение буквально недавно, которые прошли, вот Денислав Булатханов уже озвучил, Лим и Рахимжанов, они привезли нам бронзовые медали из Катара, с Дохи. Также недавно в Алматы прошла Жалтыковская международная олимпиада, участие в которой приняли свыше 500 одаренных детей из разных стран мира. Павлодарский регион представили 9 школьников. Немалая заслуга в успехах умников и умниц принадлежит учителям, которые готовят одаренных детей к различным олимпиадам и соревнованиям. Их в регионе порядка 150 педагогов-новаторов. Руководитель управления образования Денислам Булатханулы отметил, что как школьники, так и учителя, подготовившие победителей к олимпиадам, всегда поощрены за свой кропотливый труд, который стоит за всеми достижениями детей. Вероника Вишневская, Даулет Кушкербаев, ЕРТЭС Ахпарат.